Обсудим с Андреем Пьянковским, российский политолог, публицист, сейчас с нами на связи. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день. Вот добрый ваша день, версия. Добрый день, Павел. Да. Ваша версия, Андрей Андреевич, почему? Она простая. В общем, да. В разных формах. Нечего сказать. Полный проигрыш и нечего сказать. И это первое. И потом непредсказуемость. Все ждут подмороженным почвы наступления украинской армии. Но это совсем уже будет жест доброй воли очередной. Но все-таки, как это будут трактовать чиновники по всей России? Ведь именно они, это чуть ли не приказ, обязанность всегда послушать Путина под Новый год и его обращение к Федеральному собранию. Как эти люди в своих вот кабинетах воспримут отсутствие Путина в телевизоре, на ежегодной пресс-конференции? Ну, гораздо острее они почувствовали катастрофу российской армии сначала под Харьковом, потом под Херсоном. В Москве не осталось, в бункере, я скажу так, не осталось ни одного человека, который бы верил в победу российской армии. Но об этом открыто говорят российские военные эксперты даже на пропагандистских шоу. И да им сверху спускают уже темнички о том, отдельные башни Кремля. Все. Ну, а чиновничество в целом там провинциальное, оно не так актуально его, а вот люди, реально держащие власть, находящиеся в бункере, они сейчас думают о том, о себе они думают. Ну, вот что они смотрят на пьяненького Путина, кстати. Это впервые он показался в таком виде на публике, что, конечно, свидетельствует о громадном стрессе переживаемом. Вот вы все время мне подбрасываете аргументы. Вот эта встреча с матерями, ее же показывали кусками. Но это же оказались чиновники. Ну, чиновники, да. Но даже эти подобранные чиновницы, которых, кроме того, еще две недели выдерживали в карантине, они временами с ужасом смотрели на этого человечка, что он там нес. Но он им говорил, что вот вам повезло, вот этой безумной матери, которая там рассказывала про своего сына, выскочившего из окопа с криком «Братва, дави укропов!» или я не знаю, кого там еще. Он ей сказал, вам повезло, ваш сын мог умереть от алкоголизма, а он умер за меня. Да. Но и все-таки... И даже вот сейчас, да. Посмотрите, и вот эти самые офицеры, которым вручали какие-то там медальки, они тоже с ужасом смотрят на пьяного человечка, вальяжно, с бокалом шампанского, рассказывающим об их подвигах в окопах и о том, как он уничтожил. Нет, он уже потерял контроль над собой. Люди и в бункере, и глубинные люди в бункере думают уже не об уничтожении Украины. Они все хотели уничтожить Украину, но сейчас у них гораздо более близкое всем им помыслам, как выжить, как сохранить власть, а власть это Россия и собственность, и жизнь, как сохранить власть, громадную собственность, жизнь в терпящей военное поражение стране. Ну, вот они сейчас чем обозначили. Да, ну ладно, Андрей Андреевич, этим еще есть о чем думать, и они-то понимают, что все уже, это конец. А люди, мы понимаем, на фоне конечно, растущих антивоенных настроений в России и растущего количества россиян за мирные переговоры, а их буквально, я напомню, в 3 раза стало больше буквально с лета, это же порядка 58%. Так вот, эти люди, для них появление Путина всегда было какой-то традицией, наверное. Путин любит, да, традиции. Вот он всегда обращался к Федеральному собранию, он всегда, кстати, на Кремлевский каток выходил там шайбу погонять, а сейчас ничего. Чего этого не будет. Мне кажется, ведь люди тоже, те, кто еще даже склонен верить пропаганде, задумаются, ну что-то не так, и шефа нет, и как-то побед нет, и жить стало хуже. Ну, я еще раз скажу, я соглашусь с вами, но все-таки основной источник их озабоченности, так называемой, и изменения их настроения, это не появление Путина, играет он в хоккей, нет, а гробы, которые приходят с фронта. В России же 25
миллионов военнообязанных. И каждый из этих 25, ну это все здоровые мужчины фактически. И они сейчас все под дамоклым мечом. Никто добровольно туда ехать на фронт не хочет. Все сумасшедшие русские так называемые патриоты, всякие там моторылы с автопомойки России уже съездили, уже похоронены в украинском черноземе. А эти 25 миллионов каждый день ожидают повестки. Понимаете? И это громадная социальная бомба. Они... Я бы вот не согласился с вами, знаете, в чем? Это не антивоенное движение. Антивоенные – это были люди, это были герои, которые предстали против войны в Украине. Эти люди не антивоенное движение, это антисамоубийственное движение. Они, они протестуют не потому, что они против войны и возмущены тем, как это так, Россия, США. Угу. Они протестуют тем, что их ведут на убой. И это вот что... опасно для Путина. Скажите, поэтому он отчаянно, отчаянно и избегает. Он же, когда в всех своих редких появлениях на публике, основной тезис – не будет мобилизации, не будет мобилизации. Но опять он врет. Мобилизация идет, масса свидетельств этому. А как думаете, свое традиционное новогоднее поздравление под бой кремлевских курантов Путин будет записывать? Ну... от этого ему не удастся отвернуться. И вот это сейчас над чем сейчас ломают голову его оставшиеся спичрайтеры. Ну, что говорить? Что-то типа, я не знаю, победа будет за нами, наше дело просто. Какие-то листают сталинские конспекты сейчас отчаянно. Но все не актуально, потому что Великая Отечественная война, она действительно воспринималась, по крайней мере, во всяком случае, с 1942 года, как действительно священная война, понимали, что немцы хотят уничтожить славянские народы. Но начиналось, она еще раз, это не случайно, я подчеркнул. А в 1941 году масса людей в России, в Украине, как неприятно это говорить об этом, но видели Гитлера как избавление от Сталина на деле. Ведь откуда 5 миллионов сдавшихся в плен? Первый год войны. 2 миллиона советских военнослужащих, носивших потом немецкую форму. Это что? Война стала отечественной где-то в середине 42-го года. А эта война никогда не может стать отечественной. Это захватническая война. Народ ее отторгает. Ну вот давайте сейчас вот еще как поразмыслим. Действительно, многие предполагают, что Путин боится записывать свои обращения, так как в момент выхода в эфир его речь, где он, например, будет говорить о каком-то успехе, она не будет совпадать с действительностью, когда российские войска там позорно бежать будут в очередной раз. Как вы предполагаете, откуда возможно бегство россиян вот в самое ближайшее время на фронте? Ну, это уже банальность. Все военные эксперты говорят, что самая слабая точка в системе российской обороны – это Мелитополь. Прорыв там за Запорожье, выход на побережье превращает вообще громадную группировку в Крыму и в остатках Херсонской области. Громадный котел. Это решает военную проблему. Но, правда, нам... руководство Генштаба Украины приучило нас к неожиданностям. У них всегда два варианта. Может, все наступление ждут... Наступление любит тишину. Наступление в Мелитополе, все о нем говорят слишком активно, и мы с вами в том числе. Да. А может быть, готовится что-то там... продолжение наступления в Кременное Святого. Да. В любом случае, инициатива твердо в руках украинцев. И, ну, судя по настроениям и по заявлениям официальных лиц, Украина воспользуется вот этими метеорологическими новыми условиями для наступания. А Москва же не помышляет даже об этом. Ну, самое большое, чем они занимаются? Фортификационной линии в Крыму. Да? В Крыму, не на Перекопе, а внутри Крыма. Губернаторы в Белгородском и Курской области строят какие-то заградительные линии. Там. Но и то они рассыпаются уже, вот эти зубики дракона дали трещину. Ну вот.
Зубик его самого большого дракона, который в Кремле сидит, дали трещину уже. Да. Кстати, еще Sky News сообщал со ссылкой на президента Франции Макрона, что идут договоренности об отводе российской тяжелой техники и вооружения с территории Запорожской АЭС. Это может случиться? Что российские... Ну, это классический жест доброй воли, потому что вот в случае, если все-таки генеральный штаб Украины выберет направление удара в Запорожском фронте, то вот вся та группировка вокруг Энергодара, она оказывается в окружении, поэтому уход военных российских оттуда диктуется чисто военными, с тактическими, с оперативными соображениями. Ну, так же, как из Херсона. Да-да, то есть спасать свои шкуры. Да, потому иначе что... они все окажутся в окружении. Ну, тем лучше объявить это жест доброй воли по отношению там, к МАГАТЭ, международному сообществу и такое. Это единственное объяснение серьезности таких намерений. А индикаторы есть. Они, во-первых, они выводят оттуда войска, ну и, во-вторых, они, опять же, там делают оборонительные вот эти линию свою уже южнее Энергодара, ну, предполагаю, новый жест доброй воли, непростое решение, перегруппировку. Ну, у них уже большой арсенал пропагандистских средств, как объяснять свои поражения. Знаете, мы сегодня с мэром Мелитополя общались в эфире с Иваном Федоровым. Так он рассказал о том, что там буквально через день случай, когда разборки между своими же оккупантами, они же там все очень разразнены. То есть те, то Росгвардия, эти бежавшие из-под Херсона, вновь прибывшие мобилизованные, кадыровцы, вагнеровцы. И вот эта вот грызня началась, они просто сами уже начинают стрелять друг в друга. Я думаю, что это станет такой... тенденция очень. Да, и, к сожалению, знаете, имеет обратный эффект здесь, в Соединенных Штатах. Ну, раньше американцы всегда чего-то стремятся побаиваться. Ну, раньше они боялись вот этих угроз России, там, какие-то невероятные ядерные оружия и так далее. Сейчас это все обернулось. Блин, сейчас они боятся слабости России. Вот некоторая пауза, мне кажется, она все-таки заканчивается в передаче набора средств решительного наступления. Вот решение передать Патриот, это тоже это принципиальный шаг, очень важный. Он сам по себе важен как усиление противовоздушной обороны, но важен принципиально как отказ американцев от самоограничений, от наружных таких стоп-листов, которые они накладывали на самих себя. Вот почему объяснялось до последнего? Ну, сейчас, по-моему, вопрос с Патриотом не по-моему, а точно уже решен. На сегодня должны вроде объявить, мы очень ждем. Да. Как они объясняли здесь, в Вашингтоне, что Патриот довольно сложная система и необходима для ее эксплуатации не то, что все расчеты должны быть американскими, прекрасно справляются, но какое-то присутствие американских специалистов необходимо для работы с Патриотом. А вот они старались все время избежать, как они говорят, непосредственного участия американских военнослужащих, нанесения ударов по России. Но это тоже какая-то... сами себя обманывают. А, ну, ни для кого же не секрет, что украинская армия использует разведывательную информацию со спутников, наведение от ударов Хаймерса, GPS. Это же тоже можно назвать американским участием. Ну, вот... Ну, некий комплекс, который, да, сейчас они преодолеют. Я чувствую эту тенденцию, они преодолевают вот этот комплекс. Два самоограничения. Первое, не допускать прямого участия американских военнослужащих. И второе, как бы не допускать ударов по глубинной территории Российской Федерации. Вот мое впечатление, что от того и другого они начинают отказываться. Ну, вся Европа, в принципе, была заражена этим страхом, этим комплексом. Сейчас уже все прекрасно понимают... Кстати, сейчас Европа уже скорее оказывает не сдерживающее, а стимулирующее воздействие на Соединенные Штаты. Ну, да. Ну, Великобритания всегда этим отличается. А сейчас Германия заняла очень активную позицию. Угу. Вот это надо отдать должное и Штайнмайеру, и всему немецкому политическому классу. Они нашли мужество публично признать свои ошибки. Ну, конечно, когда они сейчас выявили вот этих месяц назад этих зачинщиков путча с целью
сместить власть и убрать Олафа Шольца, и просматривается российский след. Я думаю, что сейчас они понимают. Нет, что... Запад избавляется от последних иллюзий и от последних самых. Я еще раз, я повторю, вот на каждом почти эфире я повторяю свидетельство понимания Запада. Вот это заявление Столтенберга на Бухарестском встрече министров иностранных дел, когда начались разговоры, вот нам это дорого обходится, инфляция. Он оборвал эти разговоры очень резко. Мы платим, но мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. Да. И если они не устоят и преуспеют, то нам придется платить эту высокую цену. Наконец, вот это они поняли. И вот это понимание делает все дальнейшие процессы уже необратимыми. Андрей Андреевич, давайте еще вот что обсудим. Это так, чтобы немножко юмора добавить. Но давайте сначала посмотрим этот фрагмент программы «Пусть говорят» на Первом центральном канале России. Пожалуйста. То есть вы можете разговаривать? Да, я говорю. Да. Поговорите с нами. Солдаты, приветствуем вас в этом светлом пространстве, и мы рады, что вы затронули эту тему. С вами сегодня юпитерианская цивилизация, и Иринины кураторы тоже здесь, цивилизация Орион здесь, Сириус, Андромеда, и большое количество совета душ присутствует здесь. С инопланетянами говорили из студии. Я не прошу вас сравнивать содержание этой передачи с 60 минутами Скобеева. Тут другое интересно, что просматривается. В конце 80-х, начале 90-х, момент, когда СССР начал разваливаться, летающие тарелки, контакты с пришельцами, шапочки из фольги тоже стали невероятно популярны. И вот между нынешним возвращением инопланетян прайм-тайм Первого канала и летающими тарелками в эфире центрального телевидения перед развалом Союза. Есть какие-то аналогии? Как думаешь? Есть, конечно. Я приведу еще третий исторический пример. Это гитлеровский бункер и последние месяцы фюрера. Отчаяние же, надежда, была же у Гиммлера специальная эта организация Ананербе, которая изучала всякие мистические теории инопланетян. У них, у гитлеровцев, была теория, что через Антарктиду какой-то есть вход в иные пространства. Они тоже посылали подводные лодки, уже намеревались Гитлера туда эвакуировать. Кстати, и аналогии-то здесь срабатывают. Вы же все же читали статью «Ноев ковчег». «Ноев ковчег». Да. Но у них с «Ноевым ковчегом» обломился очень быстро, как вы знаете. Сначала, это уже даже автор этой статьи, достаточно информированный человек, он долго работал в аппарате президента, имеет там массу источников. Аббас Галямов. Да. Он писал, что сначала они намерялись в Китай, но Китай очень холодно к этому отнесся. И следующий Венесуэла. Но и уже после опубликования его статьи он был вынужден снова выступить с опровержением, что человек, который назначен был возглавить эту операцию «Правая рука» Сечина, он сбежал из Венесуэлы в Соединенные. Решил, ну человек, видимо, средства большие выделили на Ноев ковчег. Он решил в индивидуальном порядке решить эту проблему, но ковчег. Но эти аналогии, они на поверхности. Это конце. Вот мне кажется, последние вот две недели шло по всем направлениям резкое ужесточение западной позиции. Запад, наконец, определился окончательно, сбрасывает с себя вот эти вериги самоограничений. Ну и, в общем, на наших глазах большая семерка превращается в большую восьмерку. Они теперь заседают только вместе с Зеленским. Да, вместе с Зеленским. Это было и 12 октября, на второй день после начала этой чудовищной кампании уничтожения украинской инфраструктуры. И это было несколько дней назад снова. И в последнем вот коммюнике большой семерки, или, сходите, восьмерки, опубликованной на сайте Белого дома, там впервые говорится не просто о
военных преступлениях Российской Федерации, там Путин индивидуально назван военным преступником, которого, а ниже следуют подписи всех лидеров Большой Семерки, которого они намерены привлечь к ответственности. Это новые постановки вопроса. И... Ну, а Путина вот остается с инопланетянами общаться, потому что никто с ним не общается. И с шаманами, которых они там завозят, тоже с бубнами на центральные каналы и что-то там выбивают какую-то свою мистическую победу. Андрей Андреевич, спасибо. Спасибо вам. Андрей Пятковский был в эфире телеканала Freedom. До свидания. Спасибо, до свидания.